Итак, всем привет, с вами Добгэ, мы вновь начинаем играть в Кайзер Шизу за красных в Италии. Тут немножко переработали данный регион. Во-первых, красные стали на севере теперь, как они до этого были, по-моему, в обычном Кайзере, хотя я могу ошибаться. И теперь на юге у нас две Сицилии, и, наверное, теперь там у них мафия. Да. Так или иначе, также у нас появилось новое древо фокусов в Гарибальде. Я думаю, именно в него мы обязательно и пойдем. Так что, если вы, ребят, вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, оставляйте комментарии, лайки, все очень как обычно. А мы начинаем. И что у нас тут есть? У нас есть зависимость от Франции, что достаточно логично. Если мы попробуем призвать Францию в войну, Германия может также в нее сделать свою интервенцию. У нас тут небольшие в армии проблемы. Понятно, что кто кому подчиняется, потому что у нас здесь есть разные вооруженные формирования. И у нас... Непонятно, кто у нас правит, потому что у нас, видите, с партиями тут небольшой раздор. Так что в любом случае ждем конгресса. Там мы сделаем так, чтобы никто из них не победил, побил Гарибальди. Пока делаем экономику, поехали. Ну и по классике делаем себе основной пехотный шаблон. И в него все будем переделывать. Единственное, давайте сразу закажем их побольше. А теперь можем распустить вот этих. Ну и тех тоже придется прям переделать. И поменьше пехотки сделать, и артиллерию мы добавим туда, и поддержку. Мы делаем классическую 15, я думаю, шинный фронт. И вот, Социалистическая Республика Италия. Писали мы перемирие с австрийцами, закончили войну за королевство Италия. Вот у нас были какие-то предатели внутри. В текущий момент, видите, мы немножко разделены на севере, но ничего, вперед. У нас есть задача объединения Италии. Вивали Италия. Да, второе объединение. Второй Гарибальди нам нужен. Есть у нас в экономике два пути, синдикализм и вот эти ребята. И справа у нас больше, я бы сказал, такого, знаете, прямо сейчас, сегодня производство. Тут еще решение на военной заводике. Такая тема. Здесь у нас ресурсы, здесь у нас тоже кап. На самом деле капа здесь больше, и откуда здесь больше. То есть на самом деле здесь производство больше, но здесь нету фабрик. Точнее, здесь краски фабрики, а здесь нет военных заводов. Здесь инфраструктура, а здесь какие-то бафы на исследования. Так что, ну... Конечно, коммунал-синдикализм мне нравится больше, потому что, да, здесь намного-намного сильнее бафы. Смотрите на это, здесь получается будет 10 капа и 10 аутпута, 20 ресурсов и 15 НП. Здесь такого вот нигде не найдешь. У нас причем командная экономика, которая имеет все бафы, практически все, кроме исследований фритрейда, но при этом не продает ресурсы, что неплохо. На самом деле, мы, конечно, не получаем топ-фабрики, но редко кто на самом деле покупает, так что это только плюс. Ну да, там еще есть рядом бафы на исследование и на слот, что тоже мы возьмем. Но пока что у нас, конечно, промышленность чуть более важна. Можем, кстати говоря, отправить помощь в Испанию. И с этого получить политку, да, звучит выгодно. За это мы возьмем себе опыт. И комментарий просит помощь. Можем отправить им адвайзеров и пушки, либо вообще ничего. Блин, а здесь наоборот, видите, нам отнимают политку, но зато дают помощь как раз таки здесь коммунистам. И я понимаю, что каждый военный завод будет важен, так что, конечно, даем. Причем у них это единственный военный завод имеется, и он наш. Спонсируем революцию в Китае. Так, я уже вижу какие-то нотки того, что Россия распадется. Беларусь там тоже какая-то демилитаризованная зона, звучит очень-очень нестабильно. И можно начать 4-й конгресс, конечно, начинаем. Так, насчет женской роли получаем политку, конечно. У нас там параллельно проходит, да, конгресс нашего интернационала, в общем-то. Ну, а это наш внутренний конгресс, который мы уже начинаем, винтики пойдут. А мы за это время, наверное, как раз возьмем вот исследование или... Нет, ладно. Конечно, вот это чуть-чуть будет все-таки посильнее. Это еще сверху 10 капа. Я не знаю, что было здесь, но здесь уже у нас имеется 20 капа. И 15 аутпута, это уже безумно много, а еще и ресурс, а еще и пром... Космос, космос просто, на самом деле. И да, в России началась женская война. Ну, слушайте, с одной стороны плохо, с другой стороны, как бы, вроде как они победят. И я думаю, справиться, да, должны. Так, экономическая политика. Ну, я думаю, мы будем сейчас выбирать все варианты из разных этих. То есть здесь мы берем, допустим, тотализм. Только тотальная мобилизация, индустриализация. Дальше внутренняя политика. Давайте коммуны, допустим. Коммуны, я думаю, справятся. А религия, ну, конечно, секуляризм. И нет у нас большинства. Идет марш на Турин. И у нас ПРА
становится правящей партией, либо они восстанавливают контроль. Но, конечно, мы идем вот сюда. Это у нас Джузеппе Гарибальди II. Прелесть. О, вот этот портрет мне нравится, конечно, больше. Тут еще нам накинули дебафчик, но мы с ним сейчас разберемся, пойдем вот сюда побыстрее, с следующим фокусом. Из минусов мы вышли из интернационала, действительно неприятно, хотя в целом мы социал-либералы, мы типа не так далеко. Ну ладно, на самом деле все еще немножко далековато. Вот и есть, избавились от дебафа, можем расправиться с экстремистами. Конечно, это было бы хорошая идея, но сначала возьмем, да, промышленность и политику. И за эту политику берем, конечно, опыт, как я и до этого говорил. И расправляемся с экстремистами. Идем дальше. Единый фронт у нас в нашей Италия Либера. Получаем политичку. Партия немножко переименована, я так понимаю. Это... Да, они объединяются в коалицию, они уже, в принципе, в коалиции. И мы избавляемся от разделенной нашей нации. Возвращаем стабильность и политку. И у нас есть какие-то проблемы с братьями нашего нового Гарибальди. Они у нас самые... могущественные, влиятельные и самые любимые. Ага, но есть еще. Но есть еще. Эцо. Эх, ладно. Что мы тут можем сделать? Просто он-то у нас экстремист, говорят. И мы можем, смотрите-ка, публично с ним разобраться на слушание, так понимаю, и приговорить его к смерти в виде сообщения. Потому что он... Да, с экстремистами нужно, конечно, жестко разбираться. Я думаю, мы не можем позволить себе прощать кого-то. Показало бы как раз плохой пример. Мол, семья у нас над законами нет. Закон должен быть един для всех. Наша идеология что-то примерно это и подразумевает, как будто. И давайте пока что добьем вот эти фокусы, уж больно они хорошие, а потом дальше пойдем по политическим. Я Джорно Гарибальди, у меня есть мечта. Два авианосца. Мы их построим за 4 года. Что в целом не так плохо. Нужно будет еще построить им, конечно, авиацию, но я думаю, нам реально их построить и нам реально построить ним авиацию. И они нам должны очень помочь. А мы уже пришли вот сюда, получили опыт сейчас на то, чтобы реформировать нашу армию. Конечно, тут с новыми расценками будет очень-очень грустно, но вот что-то такое нам в финале нужно, я думаю. Просто на Варсе как будто ребята уверенно побеждают, а у нас тут сделка с Сардинией, смотрите-ка. Должны ли мы отправить компромисс с сардинцем под королем? Ага, можно отправить. В общем-то идея, можем ли мы себе позволить короля? То есть смотрите, у нас есть идея. Мы останемся той самой прям республикой-республикой, не будем делать короля. Либо мы можем просто пригласить себе короля, и он будет такой номинальной фигурой. Я думаю, ничего плохого нету. За это не стоит воевать нашей демократии. Если они вдруг согласятся, будет неплохо. Ой, мы толкаем вперед женские права, я так понимаю, да? Да. Получаем все неплохие бафы, потом идем в слот, и потом идем вот сюда, вот в промышленность, и куча еще приятных бафов. И в итоге дойдем до как раз таки войны с другими итальянцами, не настоящими. Есть еще какие-то варианты, посмотрим, что там будет потом. Ой, они говорят, да, можем пересесть на Сардинию, либо остаться далее. А, то есть остаться своей страной, либо сесть за них. Ну нет, мы, конечно, останемся за нашей страной. Кстати говоря, что в теории еще, у нас есть, получается, опция. Я думаю, когда-нибудь в будущем мы поиграем за эту самую Сардинию. Звучит не так скучно, звучит на самом деле интересно. И мы присоединились к Контанте, допустим. Сразу инвестиции у нас вот в эту вот ту самую организацию. Конечно, забираем здесь... этот бафчик на экономику. Прелесть, прелесть. Итак, в нашем новом дизайне, скажем так, король становится промиссным нашим представителем. И на самом деле Гарибальди оставляет свое место иерарха, героя и, в общем-то, самого главного человека. А вот есть у нас, я так понимаю, наш, кто это, премьер-министр, видимо, второй человек, который у нас был, переспорит со вторым человеком в Сардинии. Смотрите, мы можем ставить вот этого лояльного парня, можем вокруг Гарибальди объединить партию, допустим, и можем этого парня поставить. Ну, конечно, вокруг Гарибальди, я думаю, самым нормальным будет. Вот он, Джузеппе Гарибальди II. Христианские ассоциации итальянских работников. Жесть. Я так понимаю, у нас церковь связана с нашими профсоюзами? Или что? В любом случае, идем мы по шагам Иисуса.
Я как-то раз по шагам Иисуса. Кстати, у нас здесь вот такая конфедерация получилась. Я думаю, блин, а может здесь тоже есть какие-то фокусы интересные. Может, когда-нибудь мы тут поиграем. Может, в комментах знать, интересно ли там путь, что это вообще за путь. О, мы еще можем присоединиться, это исследование. Так полагаю, да? Да, так и есть, прекрасно. Это тоже нас немножко запустит. О, футуристическая архитектура у нас строится. Следуем как раз construction. Забавное совпадение. Тем не менее, что нам тут надо? Нам нужно готовиться к войне, потому что, я думаю, объединять Италию мы будем достаточно быстро. Кстати, очень важный фактор. Теперь, так как мы в Антанте, Антанте будет очень просто пройти в Европу, им не нужно будет высаживаться. Они просто должны будут пересечь Альпы. Звучит, конечно, еще сложнее, но я в них верю. В Испании начинается гражданская война. Вопрос, кого мы должны поддерживать, кстати говоря, очень хороший, потому что, с одной стороны, интернационал наши, типа, друзья. Мы с ними были в хороших отношениях, мы тоже как бы демократические такие социалисты, можно сказать, типа. При этом я понимаю, что, скорее всего, я уже в Антанте, значит, я буду с ними воевать. Значит, мы ищем тех, кто войдет в Антанту, верно? Это могут быть вот эти ребята. И это могут быть в теории и вот эти ребята, и те вполне себе могут. Кстати, вот эти ребятки-то, смотрите, стали покруче, не зря помогли. Вот это мне не нравится, мы с командной экономики перешли на закрытую экономику. Вот закрытая экономика — это уже плохо, поэтому ее, конечно, открываем. Смотрите на эти числа. Очень-очень уверенно мы теперь сейчас будем строить военные заводы и достаточно быстро. Ой, в нас инвестировали, повезло. Берем, конечно, цифру. Масонские связи. Сан-Марино плюс цифка. Ну, выходим уже на финишную прямую наших фокусов. В принципе, достаточно быстро, конечно. И вот, что нам очень нужно. Еженедельный манпауэр плюс 100. Конечно, это немного, но это честные бафы к нам. И рост населения тоже достаточно честные и важные бафы. Открываем дальше экономику. Ресурсы у нас все равно. Как бы что есть, то есть. Чего нету, того нету. Так что чуть-чуть опять ускоряемся заново. Слушайте, я думаю, итальянцев мало. Давайте все-таки сделаем госпитали. Потому что почему бы и да. И недалеко от нас начинается заварушка. Австрия. Вот Либенфельцем, как обычно, начинаем какую-то фигню. Хотя это, в принципе, вроде как выглядит фигня. Всех Австрий. И пока ничего особо интересного в Америке, что у нас происходит. Пока никто ничего не побеждает, сложно сказать. В России ребята, я думаю, все-таки победят. И да, мы останемся такой цитаделью здесь, независимости. Хоть мы, конечно, в Антанте. Но в целом, да, мы все-таки здесь будем играть более-менее второстепенную роль в этой игре, что все еще достаточно важно. Ой, у нас эмбарго было, господи, на Британию, посмотрите на это. Мы накинули эмбарго на весь мир, видимо, потому что мы стартуем в как раз-таки национальной жести. И да, мы закончили это. Надеюсь, поснимают. Ну, в любом случае, они теперь могут у нас покупать что-то, как будто, может, мы будем получать какие-то фабрики с этого. Хотя вряд ли, я думаю, они сами свое не снимут, и, наверное, что-нибудь будет все еще залочено для нас. Ну и как-то вот так. Потом мы поменяем вот эту артиллерию на реактивную, я думаю. Но в целом на этом мы закончим формирование нашей дивизии. Остается, конечно же, теперь достаточно напроизводить его снаряжение. Но это несложно, у нас людей не хватает. Заводов у нас более чем достаточно. Стоит, кстати, повысить, наверное, призыв, да. Ну и, конечно, мы делаем немножко авиации. Возможно, потом добавим штурмовичков. Но пока вот так. Потому что, ну, опять-таки, людей у нас меньше, чем промышленности. Что тут иногда бывает. Ну, объединимся, конечно, ситуация улучшится. И мобилизуем сейчас, наверное, людей тоже станет получше. Но все равно будет прослеживаться и дальше это. И, наконец, дождались вторая экспедиция тысячи. Можем пойти на юг. Пора объединять Италию. Пора немножко еще здесь расширить снабжение, пожалуй. И мы готовы. Следующий фокус у нас здесь разблокируется только когда мы довоюем. Значит, мы, я думаю, идем вот сюда за слотом. Хотя, конечно, мы идем сначала в армию. Потому что слоты нам особо и нечего исследовать, если честно. А вот армия всегда нужна. А значит, что мы начнем войну уже, ребят, в следующей серии. Призывать Антанту мы, конечно же, не будем. Справимся с соло. Но с вами был Топгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твискорд, бусти. Все, ребят, в описании. До скорых встреч. Всем пока.